Уважаемые соотечественники, уважаемые жители сел и деревень, уважаемые российские люди. Основной посыл, который мы должны обозначить, это необходимость вовлечения вот в наши проблемы наших властных структур. Но мы должны показать, что мы из себя тоже значим. И чтобы они с нами также на профессиональном уровне работали. Профессиональный разговор и ответственный предполагает именно знание предмета. Знание то, о чем мы должны поговорить с властью. И для этого наша Уральская народная ассамблея вот предлагает, вот, значит, чтобы вы из сел и деревень вот, значит, заполнили анкеты руководителей сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, те, кто просто работает в малых территориях вот, значит, и в сельской местности особенно вот, занимается предпринимательством, занимается экономикой сельских территорий. Чтобы вы заполнили небольшие анкеты, размер хозяйства, форму собственности. Первый вопрос. Вот. Второй вопрос. Есть ли ощущение эффективной господдержки участия в одной из соответствующих каких-то программ? Где вы, может, получаете дотации, субсидии? Есть ли поддержка государства? Чувствуется ли она у вас вот, на территории? Какое экономическое положение на сегодняшний день ваших вот хозяйств, вашей экономики сельской и динамика последних лет? Вот. Растут ли рабочие места? Как вы отчитываетесь, тяжело это или легко? Вот, значит, ваши прибыли, доходы. Вот, значит, вот. Примерная оценка сил и готовности собраться, допустим, в райцентре для демонстрации решимости. Нас вот, чтобы власть увидела, есть ли нас много, много ли из нас способны вот решать вопросы местного значения, способны ли мы создавать экономику свою местную. Вот. Состояние сельского муниципального образования. Как бюджет формируется, откуда деньги берутся в сельской местности нашей. Значит. Всем миром, как говорится, мы должны дать понять власти и людям, сколько нас и на что мы способны. Вот мы сначала должны все понять внутри, насколько мы сами способны вот совместно с властью решать государственные вопросы. Требовать от власти то, чего нам в край сегодня необходимо. Поэтому мы будем получать такие анкеты, можно сразу отправлять электронной почтой. Вот наш сайт galkinskoye.ru. На этот сайт, пожалуйста, присылайте те вопросы, озвученные, вот, значит, те, что я предложил заполнить такую анкетку. Она не по форме пусть будет, просто и посылайте, чтобы мы поняли, какие именно проблемы самые массовые для сельских территорий. Вот, что необходимо нам в первую очередь. Вот. И мы обязательно должны выйти в районный центр, когда соберутся делегаты от сел и деревень, массово мы должны выйти, чтобы нас было много-много миллионов в этот день, чтобы Россия увидела, сколько жителей сел, деревень и малых городов нуждаются в решении, немедленном решении их проблем. Это либо создание тех самых рабочих мест, о которых сегодня говорил вот президент, это ли о создании производства, это ли социальные проблемы. Но это все должно быть четко определено. Мы сами должны определиться, мы в состоянии это решить, как и за сколько, что необходимо теперь нам от верхней власти, что мы должны потребовать вот там. После того, когда мы проведем такие акции во всех, значит, районах, вот, а в это время, в этот день, когда будет встреча, вот, значит, мы должны видеть, сколько нас вот на самом деле. Вот, значит, вот, это и будет вот та самая всероссийская акция, ход президенту, вот, значит, вот, всероссийский съезд сельских жителей России с главными
несколькими вопросами, которые будут касаться абсолютно всех территорий, всех людей, живущих на этих территориях.